предстанет Межпарламентская ассамблея государств-участников Содружества независимых государств на медалью по СНГ за укрепление парламентского сотрудничества Нарбаева Танзила Камаловна, председатель Сената Али Мажлиса Республики Узбекистан. Председатель Сената Али Мажлиса Республики Узбекистан. Узбекистан влился в нашу парламентскую семью, сколько, два уже года прошло, два года назад, благодаря политическому решению глубоко уважаемого президента Узбекистана Шавката Мирамоновича Мирзиёева, которому мы обратились, и он сказал, да, это правильно, и принял решение о том, чтобы парламент Узбекистана стал составной частью нашей большой межпарламентской семьи. Танзила Камаловна – первый председатель Сената, которая возглавляет работу делегации парламентской Узбекистана с первого начала работы Узбекистана в МПА. И за это время проделала огромную работу. И делегация Узбекистана сегодня очень заметна в составе МПА. Она очень эффективно, продуктивно работает. В этом большая ваша личная заслуга. И еще раз от всех нас передайте слова благодарности президенту Узбекистана Шавкату Мирамоновичу Мирзиёеву за его очень мудрое политическое решение. И мы рады, что мы вместе все в эти дни. Я вас поздравляю с наградой. Спасибо большое. Спасибо. Мы под руководством Валентины Ивановны сделаем все возможное для того, чтобы наша организация работала эффективно, с хорошими результатами. От нас зависит. Конечно, конечно. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо.